Какие уж мы молдаване испокон веков. Как только наступает осень, просыпается в нас неутолимая жажда деятельности. И искать нас надо не где-нибудь в президиуме, или при подсчете цыплят, или в винном погребке за стаканчиком красного. Ничего подобного. Уж как навалимся на книгу, так мучаем ее до седьмого пота. Все мы такие осенью, и ничего с нами не поделаем. Все у нас начинается осенью. И рождение, и свадьбы, и праздники. И каждую осень все повторяется сначала. Конечно, в первую очередь мы работаем, преобразовываем природу. Не оставлять же ее такой, какая она есть. Работаем мы все, женщины, мужчины, особенно мужчины. Попробуйте ради любопытства предложить в это время молдавальную путевку в дом отдыха. Путевку сейчас, осенью, иронически улыбнется он и тут же скажет: «А ну давай ее сюда». Вот такие мы все осенью. Thank you.
vino seara pe la noi, o nere dragă. În pădurea verde mândra-n poartă șede, cu ochii privește raionel când trece. În pădurea verde mândra-n poartă șede, cu ochii privește raionel când trece. После тяжелого трудового дня мы не можем сидеть сложа руки. Наверное, по этой-то причине и выдумали мы ярмарки. Хе-хе. Наши знаменитые ярмарки. Кто лучше их расскажет, сколько цыплят приносит это время года, когда ржавеет виноградный лист? И вообще, молдаванин без ярмарки чувствует себя не в своей тарелке. Я просто. Да, бань. Ты просто. 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 Ты просто.